Всем здорово, ребят! Ну что, у нас сегодня очередной обзор на имбу на максималке донатного, мини-донатного героя. Это у нас шапка. Вот такая вот сборочка 13-13-10-10. И я сюда поставил еще дополнительно суперсилу 7-7, которая увеличивает набор энергии на 90%, плюс дает 80% атаки. Почему здесь исцеление у героя нету кулдауна? Она не собрана на дамаг, в принципе, нам дамага отсюда будет хватать. За счет того, что здесь набор на 170%, здесь на 90%, плюс у героя нету кулдауна. То есть она бьет 14 целей и восстанавливает там 12% жизни на 13-м. Это все фигня. Самое основное, что это быстрый набор. Вариации и сборок, ну, конечно же, есть в зависимости от подземок. Сейчас мы просто разные варианты посмотрим. Я вам покажу, как она быстро набирает энергию. Единственное, чего она будет бояться, это стана. То есть от стана нам надо просто поставить слоника сюда. Вот такой вот вариант. Сейчас мы пойдем соло, посмотрим, как же быстро она все-таки будет заряжаться. И потом я еще, думаю, потестирую на новых локациях, на рифте и на море. Так, окей, поехали. Ну, давайте начнем там с нашей самой такой любимой, там, где есть драконы. Посмотрим на набор. Вот смотрите, удар. Опять заряд. Опять заряд. Посмотрите, как она быстро регенится. То есть, по сути, вот смотрите, удар. Она заряжена вот здесь, она все, она уже дальше пошла, она просто тупо все время заряжена. Единственное, чего она боится, это стана. Ну, у нас есть слон от этого. Вот, посмотрите, что делается. Это просто нереально. То же самое там в кошмарках. Давайте кошмарки, идем в кошмарки. Дальше уже там, где больше стана, там надо железка. Вот, давайте начнем. Я по таких самых основных. Даже вот здесь пойдем по боссу, зарядим. Посмотрим, какой плюс-минус урон. Ну, вот видите, миллион максимум, что она там выбивает. 800 лям, 2 будет. То есть она не собрана на дамаг, но она собрана на скорости. Так, посмотрите. 15 секунд и уже 70% подземки нет. То есть, по сути, сейчас еще 2 залпа. Вот все, она заряжена. Жалко, что она не автопрокер. Было бы она еще автопрокером, это было бы просто жесть. Давайте пятую попробуем. Так, ну тут варианты, тут ее просто сейчас будут сливать, тут надо магию юзать. Вот взяли магию, ускорение, посмотрите, что делается. Единственное, вот стан. Чем дальше мы будем проходить, 27%. Сейчас попробуем другую вариацию. Уберем воодушевление. Она будет медленнее заряжаться. Ну, дальше вот такой вариант. Самый оптимальный это вот 22 секунды защиты от стана. А сюда ставите там, ну, не знаю кого. Панчбокса, например, поставим. Ну, хотя лучше даже в данном случае не панчбокса ставить. А вот этого вот товарища. Так, магию надо взять опять. То есть этот герой такой чисто для фарма, для подземок. По локациях, конечно же, она тащить не будет, но я попробую ее еще собрать. Хочу попробовать посмотреть на битве гильдий, что она будет делать. Вот смотрите, что она чудит. Насколько быстрый заряд, что она вообще делает. Так, заморозили черепа. Вот вам вся подземка 5-10 за сколько там? 18 секунд. Просто это просто жесть. С таким набором энергии и не надо там по сути много атаки. То есть у вас герой в идеальной сборке атакует, ну, 14 целей без кулдауна. А если еще взять юнитов, ой, точнее не юнитов, а других героев. Сейчас мы попробуем 6-10 ее зафармить.
Посмотрим, как она будет. Ну, видите, она регенит там себе 12%. Я не знаю, или мы успеем. Сейчас попробуем заморозить. Так, вроде все попали. Ну, без проблем, посмотрите. 100% подземка просто пришлась. То есть, просто нереальнейший герой. Я буду ее пробовать. Зачем я ее качнул? Я хочу закрыть, потестировать на 8 кошмарках ее. Ну, идем ради интереса, посмотрим 7 кошмарки. Что она тут сможет сделать? Интересно, ее будут сейчас шатать. Да, видите ее. Малыш Ник. Просто, грубо говоря, унизил. Ну, пофиг, смотрите. Это просто пипец. Посмотрите, что она делает с подземкой. 40%, 46%. Ну, и сейчас еще один залп. Ну, вот, мы, по сути, прошли. Ну, Ронинов мы не убили. Ну, да пофиг. Ну, дальше, видите, стан. Вот самое основное, чего она боится, стана. Но мы бегаем, это один герой, который просто тупо разрывает. То есть 22 секунды, если вы сюда поставите еще там Вальку, Купидона, которые будут заряжать, это просто нереальное будет. То есть она круче даже, чем Минотавр. Я это уже раньше показывал. Давайте сейчас поставим некоторых героев. Поставим, например, тыковку, шапку. Вальку возьмем. Так, этих всех уберем. Так, тыква, шапка, Валька. И Афинку давайте возьмем. Она тоже дает дополнительный набор энергии. То есть такой вот вариант героев. Сейчас мы еще так потрешуем, посмотрим на нее. Какая там еще сложная? 3, 4, 5, по-моему, 7, 6. Тоже сложная для многих. Тут дофига юнитов, да. Вот сейчас мы ради интереса просто сделаем тестик. Вот посмотрите, что она чудит. Это просто нереально, ребят. Посмотрите, как подземка проходится. Просто вся подземка, я не знаю, сколько там секунд прошло. Это просто нереально. То есть, если раньше там вы мучились, ну, конечно, такую шапку надо еще собрать, но то, что она чудит, это просто пипец. Еще раз повтор сделаем. Раз, два, стартуем с тыковки. Заморозка. Все, пошла жара, смотрите. Ну, тут немножко похуже пошло, да. Тут попали в этот заморозку. Ну, просто там 15 секунд и все. Нереально. На разгоне она просто нереальная. Так, еще у многих проблема. Вот это. 7. Так, мы магию не взяли. 7-9. Ну, я не знаю, сейчас, наверное, это уже не проблема для многих. Но, опять же, попробуем сейчас ее зафармить. Шапка. Единственное, что надо, чтобы она на ком-то там зависла. Это такое. Так, слили у нас тыкву. Ну, да пофиг. Посмотрите, что без тыквы. Чё она чудит без тыквы, ребят? 39%. 44%. Ей просто нужен заряд. Вот Валька ее заряжает. Все, вся подземка пройдена. Это просто капец. Валька немножко не туда пошла. Сейчас она без нас, наверное, вжарит всех. Хотя нет, без проблем. Посмотрите, что делается. На 3 звезды, 7-9. Даже без тыквы. То есть просто единственное, что мы взяли заряд. Можно Купидона еще сюда втыкнуть. То есть вариантов дофигища.
Так, ну давайте ради интереса еще попробуем на самом интересном, это на... Восьмой. Таким составом. Это, наверное, единственное, что возьму сюда Атланта. И Атланта даже не буду кого-то. Ну, давайте Атланта возьмем и кого-то для приманки. Такой вот вариант. Поехали на восьмую. Так, это я плюхи забрал. Ради интереса. Посмотреть, хотя бы попробовать. Вот здесь минус будет Асурики. Чем дальше мы будем проходить, у нас будет просто намесоваться это Асура. То есть, ну, Асура, стрелки, которые забирают энергию. Вот это будет самый такой большой минус в данном случае. Поэтому тут железка как бы тоже нужна. Вариант ставить ПДшку плюс железку. Единственное, потом надо будет обеспечить ее нормальным стабильным набором, то есть поставить героев тоже с железкой, чтобы не забирали энергию, не станились. То есть вот этих вот героев, возможно, я перекачаю. Просто попробовать обезопасить себя и от стана, и от забора энергии. Других вариантов тут, к сожалению, пока особо нет. Видите, ее сливают. Ну, это надо позадротить, попробовать. Давайте какую-то другую попробуем. Поэтому у нас есть... У нас асуриков очень много. Вот асуры, это самая основная проблема здесь. Это отражалки. Вот отражалки, молчанки проходят, как видите. Вот это надо будет атлантам просто поубивать многих, поубивать стрелков и прочее. До этого мы дойдем. Я вам самую основную суть показал героя, что герой просто нереальный. Соло может бегать просто везде. На подземках. Ну, не то, что везде, на определенных, но до восьмых можно дойти, я думаю, просто налегке. Давайте зайдем на 7.10. Тоже интересно, кстати, посмотреть. Правда, у нас сейчас ПДшка надо. Надо все-таки обратно вернуть. Ну, ПДшка уже это на 8. Нужна там, где отражалки. Здесь. Хватает железки. Вот, забегаете. 7.10. Сейчас мы попробуем посмотреть, сколько же она все-таки сможет выбить. Так, заморозили. Ну вот, пожалуйста, ребят. 44%. Единственное, что надо еще в Ронинов попасть нормально. Один Ронин остался. Что вы еще хотите? Вот реальный герой соло тащит все подземки. Ну, кроме восьмых, конечно, там соло никто не тащит. Просто нереально. Ну, затащит или нет, как думаете? По идее, должна. Так, все, кроме но она не побежала, отлично. Вот вся подземка просто одним героем. Вот вам и шапка максимальной сборки. То есть все, я думаю, тут, да тут даже вариант, надо, конечно, попробовать там, где, а ну давайте попробуем там, где юниты, мне еще интересно посмотреть. Там могут быть проблемы. Ну, это я имею в виду такие
такие самые последние на 3 звезды. Вот тут где юниты. Я не знаю, или она будет успевать. Хотя, в принципе, она должна успевать убивать их. Тут малышеники. Сейчас попробуем. Она себя хиляет еще дополнительно. Да, малышеники, видите, немножко дамажит. Жестко. Но попробуем. 35%. 47%. Просто налегке. Так, заморозку, чтобы не убили. Ай-яй-яй-яй-яй. 47%. Ну, в принципе, я думаю, она бы добила. Что еще хотеть? Вот реально. Давайте еще разок попробуем. Ради интереса. То есть, даже там, где юниты... И ей ничего не страшно. Мы можем еще дополнительно сюда взять гильдейскую магию, добавить. Самое основное — это не проспать малышей. Вот видите, малышник ударил. Кидаем деф. Вот опять заморозил. Вот 48, там сейчас Ронин, наверное, нас ушатает. Не, ну 64%. То есть, по сути, она добивает. Можно позаморачиваться на 100% пройти. Даже подземки сложные, которые там с юнитами, да. 7-8, вот, кстати, еще тоже одна из таких пакостных для многих подземок. Много юнитов. Но это один герой, это соло-герой. Единственное, что отражалки, вот если включится там тот же самый крон, ай-яй-яй. Видите, хранитель включился, я не успел. То есть, если включается крон, она на отражалке, конечно, себя просто сольет. Давайте еще один заходик пробуем. Восемь. Так, Ронин подбежал. 32. Ну-ну, давай-давай, тащи. 44. Вуаля, ребят, без проблем. Без проблем прошли. Вот так вот. То есть это самый топовый герой для подземок, которых можно просто одним бегать и проходить. В общем, вот так вот. Пишите комменты, ставьте лайки, ждите новых видосиков. Буду пробовать ее уже, эту шапку, на... восьмых кошмарках, как она там смотрится, что она сможет, самому интересно. Все, всем удачи, всем пока.